Чем больше наступает день, становится светлее, тем меньше видно вообще на улице. Даже каких-то машин и вообще просто как белая пелена перед окнами. Абсолютно ничего не видно, как молоко. Ура! К обеду распогодилось, туман почти рассеялся, а мы отправляемся смотреть очередную достопримечательность Берлина. Так что будет очень красиво, полезно и интересно. Оставайтесь со мной, не пожалеете. Обязательно подписывайтесь на мой канал, не пожалеете лайк, мне будет очень приятно. Всем почули, новый день. Добро пожаловать на мой канал парфюмерии. Сегодня мы не по парфюмерии, сегодня мы по культурной части Берлина. И вчера посвятила целый день парфюмам, магазину. Натестировала миллион всяких парфюмов и удивляюсь, что я смогла их все разгадать. Сейчас надо сориентироваться, куда выходить, потому что мы идем смотреть Берлинскую стену. Была здесь я раз, а может быть даже два, и вокзал очень большой. От Александерплац можно на поезде доехать на одну остановку, Берлинский Остбанхоф, Берлина Остбанхоф называется. Или можно на автобусе, или на метро с пересадками. Ну, так быстрее, и если вы покупаете билет в зону А-Б, то вам действует внутри города на нескоростных поездах, а на обычных. Но это нюансы, все можно прочитать в интернете, если вы в первый раз в стране. И поэтому я знаю, что тут от вокзала надо идти пешком такой хороший кусочек. И есть специальное место, где можно легко найти вот эти именно знаменитые граффити, где явно видно восточную, западную часть. Сегодня солнце, естественно, похолодало. Ночью было минус один, а может и больше, но утром было на завтраке, когда проснулись. И был такой туман, ничего не было видно и немножко распогодилось, что очень радует. Потому что думала, даже стену я не увижу, если я приеду. И правда, вот дальше вытянуты руки, ничего не было видно. Вот вокзал, и видно башню телевизионную, но она высокая, и мы проехали всего одну станцию. И вот как-то надо туда идти. Я думаю, что вот это, в принципе, стена и начинается. Уже я вижу народ, потому что это как достопримечательность. Сюда приходят посмотреть. И сегодня холоднее, но солнце очень хорошо греет, так круто. Но я знала, что я буду ходить долго, поэтому я оделась специально тепло. Давайте зайдем сюда, знаменитую стену. Так это будет выглядеть визуально. Сравним с размерами людей. Ну, тут еще проволока, конечно же, была. И вот она отделяет полностью. И вот с этой стороны, вот как бы в дворик туда, вот там, по-моему, река. На кораблике я летом каталась. Год назад я была в Берлине, не летом, а весной. Снимала там и парфюмерные обзоры, и влоги. Если вы не смотрели, посмотрите. И там я каталась на кораблике. И вот кораблик проезжает по этому каналу, по этой реке. И видно очень вот эту стену с улицы. Но здесь граффити такие неприличные. Имеется в виду, что ничего красивого, обычно какие-то надписи, ни о чем.
А вот с другой стороны, вот эта вся красота, которая продается нам в открытках. Так что я думаю, что мы вернемся и уже будем смотреть с той стороны, там, где и Брежнев, и все будут правители, политики. Здесь можно почитать всю эту историю. Ну, я думаю, что это все можно, конечно же, найти в интернете. Ну, и так или иначе, все мы слышали об этом. Где-то стена прерывается, она не сплошная, такая цельная. Она частично разрушенная и вообще частично, точнее, она осталась как памятник, а так, в принципе, вот там даже подписано, да, что Берлинская стена. И чтобы можно было ходить и как музей смотреть. Это именно то, что вы увидите, когда будете брать экскурсию на кораблике. Очень советую, шикарно, долго. Стоит того, чтобы посмотреть. Вот здесь уже начинается что-то поприличней, что-то такое с надписями, с лозунгами. Ну, это все еще не то. И вот, обращайте внимание, вам нужно сюда, East Side галерея. Вот здесь как-то именно то, что нужно смотреть. Ну, давайте посмотрим. Сама отсюда еще ее не смотрела. Но кому интересно. И эти картинки остаются, естественно. Тут можно над каждым, с каждым фотографироваться. Вся картинка не помещается, люди ходят, но уступают место, что очень приятно, дают поснимать. В стиле Шагала. Можно выбрать любой фон и сфотографироваться то, что вам нравится.
прикольно, что лица уходят прям до самого низа. Здесь особое скопление людей, потому что здесь есть проход, и можно посмотреть, допустим, толщину стены, сфотографировать, посмотреть в разрезе, как же это все было. И со всех сторон люди идут. Такая вроде небольшая, но не перелезть. Жалко, что я его не сфотографировала. Он такие неадекватные люди. Коренные берлинцы, они какие-то такие обезбашенные, какие-то пофигисты. Им как-то все дозволено, они вообще не парятся. Они просто могут встать там посередине дороги, возле трамвая, их вообще ничего не волнует. Ну, вот одна часть населения. И они такие сумасшедшие, то есть не комплексуют и свободно себя чувствуют. Есть много стен, которые нужно разрушить. Вот такая философия. Смотрите, какое огромное полотно.
Давайте пишите, кто здесь кого узнал. Очень много всего. Выглядит, конечно, ярко, симпатично. Если честно, из всей стены самое популярное место – это вот это. Здесь сфотографироваться – это просто челлендж. Надо ждать очень долго, и тут постоянно народу полно. И сегодня освещение прекрасное, и это единственная картинка, где стоят люди, толпятся. Мы с тобой заодно, как в кино превращаем.
Вот и подошел очередной день к концу. Закончился он таким красивейшим, ярким, прекрасным закатом. Я надеюсь, что вам понравилось сегодня быть со мной, понравилась экскурсия. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, будет очень мне приятно. И буду рада вашей обратной связи. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока-пока.